А потом, Лёнь, это развивающий мультик, он очень полезен для Люси. Да, ты была девочка поставь. Так, ну-ка, ну, научил ребенка. А мальчики мячики подают. Надо же помогать старшим. Кстати, ты должна сейчас помочь дедушке Лёнину заначку достать. А сколько нам лет? Сколько нам лет? 3 годика. У папочки было 3 годика, чтобы позаботиться о справочке. Аля, я нахрен мои брюки, поубиваю всех. Люся, Люся, это кабинет строгой воспитательницы Симоны, и тебе туда нельзя. Люся, Люся. И мы с папой решили приготовить для вас сюрприз. О, и не только. Ну, я в смысле поубиваю плохих. Хороших я не буду, конечно, убивать. Бяка-бяка, фу! Люсенька, помоги дедушке. Нажми на кнопку 5. Я так шучу, конечно. Деду люди до хаофы. Ты моя. Фу, бяк, не надо. Так тебе духи не нравятся, а деда нравится? Фу, девочка моя. Люсь, а хочешь, я тебя сделаю командиром танка? Я хочу читать. Читать? Ты вообще моя дочка? Ага. Думаете, с вами легко сюрприз готовить? Тоже мне самостоятельные. Надо было маме и папе сказать. Люди, какая ты молодец! Папа, мне было самые красивые клыки. Так, Люся, хвастаться нехорошо. А вот говорить правду хорошо, у тебя правда лучшие крылья. Папа, пап, ты Люсю не видел? Ого, ничего себе, уютненько. Ну вот, с Верой поругаешься, приходи. Но с тебя будет не 1000, а 2. А ты что не спишь до сих пор? Я не могу спать без своего мишки. Ну что ты говоришь, ну возьми его. Не могу, я все игрушки убрала. Люся, бей сильнее. Постой. Ну-ка, Люся, иди, ударь его сильнее. Давай. И... Бяка-бяка, фу! Бяка-бяка, фу! Лютечка, иди к папе. Люся, иди к дяде Лене лучше. Нет. Люсь, а давай со мной сфотографируемся. В синем платье, дайте подумать. А, вспомнила. В Люсиной комнате. Ага. Она ждет, я буду говорить только после своего адвоката. Так, где каша? Я выкину. Да. Люсь. Нельзя так делать. А ты делал. Люсенька, принеси дедушке пиво. Ну да. Не все сразу, да. Ну что, не идет вам, Люся? Потому что Люся любит дедушку. А что здесь происходит? Твоя девальвация разожгла революцию, да? Да. Запомнила? Хорошо. А теперь давай ноту ля. Папа меня учит играть на пианино. А ты уверена, что это наш папа? Да, он за хайки споем. Знаю. Просто я проверял, умеешь ли ты считать до 100. Я умею. Ну, раз умеешь тогда, держи. Мне не нравится эта игра. Люсь, ну ты что, забыла? Только когда папа скажет стоп, только тогда ты выиграешь. Ты же не хочешь проиграть. Вот это называется несправедливость. Поцелуй дедушку. А, молодец! Неделю без мультиков и марш в свою комнату. Я хочу мультики. Вчера про Машу вышла новая серия. Чего, серьезно? Кость! Я самая добрая фея на свете. Даю лучшество по всей нашей планете. Как ласточка в небе, как в море маяк. В российском футболе московский Спартак. Ура! Твои чити самый волшебный колпак. И лететь я могу. А это новые нянечки. Цвета.
А, то есть, в смысле, носители языка. У них же скоро будет английский, французский, португальский. Я на в гусли! Что? Попала прямо в гусеницы. Я не заметил ее, она стояла прямо за спиной. Но, поверь, больше ничего такого она не слышала. Праздник уже закончился, крылышки эти надо снять. Не хочу, у меня это с крылышками. Костя, я тебя такого не ожидала. Люся, а что это такое? Кукла. Давай играть в прятки. Ну, и как ты это объяснишь? У нее внутри динамик. Дядя Леня, с днём рождения, я будь любимый, как Ларенька. Жить желаю без забот, поздравляю бегемот. Браво! Самая добрая фея на свете, даёшь и... Всё, Леня, можешь не доставать.